Ну, вчера стало известно о том, что украинский беспилотник летал по территории республики. Ну, очевидно, цель была обнаружить танки в Полесских болотах. Мы же, как известно, именно оттуда будем наступать и насиловать Ненечку-няшечку. В Минске совершенно справедливо расценили это как провокацию. А дальше начинается самое интересное. А ровно через 20 там с чем-то минут после заявления официального Минска последовало заявление Тихановской. Герцогиня Котлет и принцесса Щей захотела приехать в Киев, начать сотрудничать с украинской властью и найти общее решение, вот сейчас цитирую, проблем, которые создает режим Лукашенко. То есть вот запуск украинского беспилотника на территорию Беларуси, это общие проблемы, которые создает Лукашенко. Не, я, конечно, понимаю, что Света относится к категории, ну, очень трудных женщин с точки зрения мозга. Это даже не тихий ум. Это как-то иначе надо назвать. Но вообще кураторы вот этого процесса, ну, они должны уже что-то ей сказать. Ну, невозможно так палиться бесконечно. Но это стыдно перед Госдепом.